зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал о Грузии. Приглашаю вас в очередной раз на прогулку по вечернему Подолью. Всем приятного просмотра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Но сначала давайте побудем минутку на пляже. Сегодня 16 августа. Посмотрите, сколько людей сегодня отдыхает на море. Сегодня самое большое количество, которое я вижу за все дни. В воде очень много людей и на берегу. Зонтиком не видно конца. Сейчас я иду к башне Тауэр, чтобы снять оттуда вечернюю панораму Нового Батуми. И вот здесь остановилась на проспекте Шерифа Хемшиашвили, чтобы снять вот этот вид. Но здесь в данный момент идет ремонт, поэтому немного перекопано, но все равно очень красиво. Пока поднималась на башню, из-за туч вдруг вышло солнце, поэтому немножко удалось снять заката. Все жду, чтобы стемнело, но темнеет, но потихонечку. Давайте пока посмотрим на эту панораму, пока не стемнело. Тоже какой-то вызывает свой интерес. Небо пасмурное. И уже зажигаются огоньки потихонечку. И очень красиво. Жаль, что я не сняла место, где надо подниматься на эту башню. Сам последний выход на последний уровень. Там нужно почти лежа пролезть в узкую щель, чтобы выйти на верхушку этой башни. Смотрите, лучи пускают, как красиво. На воде они отражаются. Смотрите, как видно людей в ресторане, как они там ходят. Это новый ресторан, он открылся в этом году, по-моему. Ну вот, можно сказать, уже совсем стемнело. И давайте полюбуемся огнями ночного Батуми с башни ресторана Tower. Здесь можно сделать полный круг. Но единственное, еще на вот гостиницах Орби не зажглось освещение наружное, когда там переливается то флаг Грузии, то просто абстрактные рисунки. Я вообще подумала, что они не работают, эти огни, но когда мы спустились потом к озеру Ардагани, то эти огни зажглись. Ну, можно их увидеть будет позже, когда я снимала фонтаны у озера Ардагани и ту панораму. Вот смотрите, какая красивая береговая линия. Везде горят огни, пальмы подсвечены. И, конечно, вот эти лазеры очень красиво создают такое впечатление праздника и отдыха. Я сейчас на бульваре в районе Орби. И вот столько отдыхающих гуляет. Сейчас сниму озеро Ардагани. Пока вот смотрите, пальмы с подсветкой и очень-очень много людей. Вот мы спустились к озеру, где каждый вечер проходит шоу танцующих фонтанов. Но я уж постаралась не снимать их совсем, когда вот сейчас музыка затихла. Я снимаю, иначе музыка играет обычно очень известная, и на нее есть авторские права. И вот смотрите, как раз вот уже Орби засверкали своими огнями.
и все это очень красиво. Шоу начинается примерно в 8 вечера, и очень много зрителей приходит сюда посмотреть. С той стороны озера установлены даже скамеечки, и с этой стороны озера тоже есть скамейки, и люди сидят, смотрят, фотографируются, делают селфи и просто красивые фотографии на фоне такой шикарной панорамы Батуми. Сейчас я вам покажу, как красиво отражаются все эти здания в озере Ардагани. Ну, конечно, в горизонтальном видео это не так видно, но у меня на канале есть шортс, и там видно здания и над водой, и их отражение в воде. Но все равно очень красиво. И мы вернулись снова на бульвар, и здесь вот такие вот импровизированные танцы. Это молодые ребята таким способом зарабатывают деньги, ну а заодно и развлекают туристов. Ну, конечно, большие молодцы. Они танцуют, а люди идут. Вот так проходят летние вечера в курортном Батуми. Музыка, шум, много людей, хорошее настроение. Все гуляют, отдыхают и наслаждаются жизнью. Это Макдональдс батумский. С этой стороны у него заправка Сокора. Вот смотрите, там наверху веранда, без крыши, там можно сидеть. Ну, когда дождь, там не посидишь. Здесь машины, которые уже получили свой заказ. Заказывать надо с той стороны Макдональдса. Ну, что сказать, что он, этот Макдональдс признан, входит в десятку самых оригинальных Макдональдсов. Создан он грузинским архитектором Георгием Хмаладзе. Вот так красиво. Находится он на проспекте шерифа Хемшиашвили. Вокруг него вот такие вот большие дома стоят. А что внутри Макдональдса, вы можете посмотреть у меня на канале. В прошлом году выходило видео, где я снимала внутри Макдональдса. А, это центральный вход. Смотрите, как интересно все видно, как люди там заходят, поднимаются на второй этаж.
Там можно сидеть как на лестнице, так и вверху еще есть зал. Внизу зала нет вообще. Внизу только заказываешь и получаешь заказ. Батуми, моли вечером. И улица Горгиладзе. Прогулка по ночному Батуми подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь видео с друзьями. До новых встреч!